Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами считаем дни Омера и готовимся к празднику Шавуот. Грандиозное, ежегодное дарование Торы, когда Творец открывается своим творением и передает им свои знания, возможность духовно развиваться и приближаться к Нему. Итак, еврейский народ поднялся на гору Синай, миллионы людей ждут Всевышнего, и каждый ожидает и думает, вот сейчас наш Творец даст нам невероятную мудрость, великие заповеди, чтобы мы могли духовно расти. И сейчас Он нам скажет такие вещи потрясающие. И вот Всевышний открывается чудесным образом. И Его голос был слышен до конца мира, от начала до конца. И там был огонь, большие-большие чудеса. И Он говорит 10 речений. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, и так далее, и так далее. И спросил один раз кто-то, раввина, и говорит, слушай, раввин, вы же такие умные раввины, пожалуйста, объясни мне. Еврейский народ, весь мир ожидает, дай нам духовный рост, дай нам какие-то заповеди, о которых мы даже себе представить не могли, дай нам какую-то духовную работу. И открывается Всевышний при таком грандиозном открытии, Синайское откровение, и говорит, не убей, не укради, это его духовная работа. Мы и так, в принципе, понимаем, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя в суде говорить ложные показания, нельзя изменять жене, нельзя завидовать. В принципе, это вещи, которые и так касаются как бы нас, и нам это, в принципе, очевидно. И большинство людей, плюс-минус, они избегают вот эти ужасные запреты. И спросил он раввина, где вот эта духовная работа, которую так ожидали люди? Где вот это вот открытие, это вот то, что Бог хочет нам дать? Эти запреты даже не касаются нас. Мы же, кто когда-то кого-то убивал? Ну, почти никто. Меньшинство людей. Как-то пойти на улице, что-то украсть, это почти... Какие-то вещи, которые нас не касаются, спросил кто-то, раввина. И как же понять действительно, что Всевышний дает великую работу, такое грандиозное ежегодное открытие, дарование Торы каждому человеку, который захочет соблюдать и приближаться к Богу, а даны какие-то заповеди, которые в принципе и так нам понятны, и в принципе мы и так их не собираемся особо нарушать. Но здесь говорят на наши мудрецы, и ответил тому человеку этот раввин, нужно знать, что когда Бог говорит «не убей», разумеется, большинство людей вот не убивают на улице никого. Но есть другой вид убийства. Например, если я кого-то унижаю публично, это тоже является убийством. Он покраснел, я его унизил, зашел кто-то, а я сказал, а, посмотрите на него, не умеет одеваться, кто ж такой костюм покупает? Он весь красный, а я думаю, что я шучу, но в этот момент я нарушаю запрет «не убей». Или, например, «не укради». Понятно, что мы там на улице не прыгаем, не забираем друг у друга велосипед и так далее. Но есть намного более тонкое воровство. Например, если я кого-то просто подошел и разбудил, Тора приравнивает это к воровству. Он спит, а ты его будешь, ты у него воруешь возможность отдохнуть. Или еще более тонкая вещь. Был один очень известный раввин, который преподавал до утренней молитвы. Он делал урок с 4 утра до 7, и там приходила группа учеников. Великий-великий праведник. Однажды он не смог по какой-то причине дать урок, он его отменил. Большая редкость. И он опоздал, и он вместо 4 утра пришел в 6, чтобы один час хотя бы позаниматься. И он сказал своим ученикам, закройте, пожалуйста, книги. И те очень удивились. Раввин, ты же каждое утро много лет даешь урок в 4 утра. У нас у всех открыты книги. Почему сегодня? Ну, ты опоздал, ты там что-то у тебя случилось, дочка там рожала в больнице, ты ей помогал, и ты поэтому опоздал сегодня. Почему мы должны закрыть книги? Сейчас 6 утра, у нас еще час до молитвы. Давай, как обычно, с открытыми книгами. И раввин сказал, сейчас в 7 утра наполнится синагога людьми. И все подумают, что я, как обычно, давал свой урок в 4 утра, что я такой великий раввин, даю такие ранние, такие полуночные уроки, и я такой праведник, я как бы могу не спать, мне так хочется служить Всевышнему. И они подумают, что сегодня я давал урок в 4 утра, а на самом деле я сегодня урок не давал. И это такое некое воровство,
восприятие этого раввина. И раввин сказал: я не хочу, чтобы они думали, что сегодня тоже был урок. Чтобы они знали, что сегодня не было урока, как обычно. И я опоздал. Чтобы не воровать у них ложное, чтобы не давать им ложное восприятие себя самого, сказал тот раввин. Ведь когда они думают обо мне, что сегодня был урок, они опять будут восхищаться мною. А на самом деле я же опоздал сегодня. И это тоже такое некое воровство, понимание, кто же этот раввин такой сегодня. Очень тонкая вещь, о которой большинство людей даже не задумываются, что есть такой вид воровства, что они подумают, что я, как обычно, великий праведник, а я на самом деле сегодня опоздал. И когда Бог говорит «не убей», есть миллион разных уровней, где это можно в этом развиваться и в этом расти. Не только «не убей» грубо на улице, не только «не убей», публично не позорь, а есть еще тысячи-тысячи уровней, как мы можем по неосторожности попасть под запрет «не убей» и причинить какую-то, не такую грубую смерть, но другого вида смерть человеку. «Не укради» — есть миллион разных уровней. Машину украсть, потом более тонкий уровень «не укради», «не разбудить». И еще более тонкий уровень, когда раввин говорит: я не хочу, чтобы они подумали, что я сегодня дал обычный урок. И сказал раввин тому, кто спросил этот вопрос: что за простые вещи? Мы и так избегаем эти запреты. Ответ, что в этих 10 речениях есть миллион разных уровней. И чтобы достичь величайших уровней, нужна целая жизнь, наш весь жизненный путь. И понятно теперь, почему Бог открывается в этом грандиозном Синайском откровении, которое скоро нас ждет, праздник Шавуот, и говорит нам: не убей, не укради, потому что в каждом этом запрете есть тысячи и тысячи разных уровней, и есть тысячи и тысячи разных возможностей еще ближе к Богу стать, еще дальше от этого запрета «не убей, не укради». Спасибо огромное за внимание. Дай нам Бог постигать все уровни духовного роста, все уровни, бесконечные уровни, как можно еще дальше расти, еще дальше от греха, от зла. И пускай Всевышний в этом году поможет нам принять на себя снова Тору, и чтобы мы были близки к Нему. Спасибо огромное за внимание!